один, наверное. Раз, два, три. Аккуратно, чё? Я смотрю. Иди, парень. Ой, мама, я мама. Нет, не поднимайся. Там люди
Thank you.
Лёш! Здорово! Привет, ребят! Привет! А ты что, уже приехал к нам? Да я на матч еще сорвался. Погреться. Ну, я так и знаю. Да ничего, у меня сейчас делегация тоже. Слушай, ну, не могу. Вон, развернись. Я мало? Не знал. Нет, снимал немецкий. Совсем к управлению кадров, там целая бригада, они весь нагоняли, мне брали сегодня на Мамайке, там целые А вы теперь заедете, да? Ну, а они попросили, они взяли, зажгли и... Чтобы к нам подключить, а то... Да. А на чем мы поедем? Здесь надо будет. Аня, я здесь! Где наши рыбы? Вон, мои все стоят. Анна Валерьевна, иди сюда, вон, захвати милиционера, позови. Сотрудника нашего позови еще. Я не прохожу. Давай, где? Вот. Так. Что ж, ну, что ты, давай набери. Радвить, а? На телефоне, что, ты долго здесь будешь? 11 улетает. Ну, давай, если что, созвонимся. Добро. Давай, Геннадий, пока. Давай. Олег, это Андрей Вячеславович. Да вот только сейчас заходим, еще не зашли. Заходим. Спасибо, Олег.
Разные расчеты, становись. Закончили шевеление. Пятиминутная готовность. Показывает город-герой Волгоград. Наши микрофоны и телевизионные камеры находятся на главной площади города. Уважаемые ветераны, волгоградцы, гости города-героя, слово для поздравления по случаю празднования 79-й годовщины победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов предоставляется губернатору Волгоградской области, герою Российской Федерации Андрею Ивановичу Бочарову. Вечная память падшим.
учитель командующего 8-й гвардейской службы войсковой армии и юного военного округа, младший генерал-майор Николай Владимирович. Генеральный парад, заместитель начальника штаба юного военного округа, генерал-майор Константин Заготовский. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Thank you.
майору Запотоцкому Константину Николаевичу. Слава народу победителю! Ура! 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 Сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота.
Рады расчет возглавляет командир роты и гвардии капитан Григорий Лазарев. По площади проходит парадный расчет главного управления МВД России по Волгоградской области. Личный состав форме поедет бойцов легендарной 10-й стрелковой дивизии войск НКВД. Летом 1942 года воины дивизии первыми встали на защиту нашего города и сражались с превосходящими силами фашистов до подхода регулярных частей Красной Армии. Рады расчет возглавляет командир батальона дорожно-патрульной службы подполковник полиции Виталий Крайнин. Перед трибуной сотрудницы полиции в форме регулировки со времен Великой Отечественной войны, которые стали визитной карточкой нашего города. Парад расчет возглавляет подполковник полиции Эльвира Замуйкова. Перед трибуной сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Волгоградской области. Пограничное управление является правоприемником 38-го краснознаменного пограничного отряда. Возглавляет парадный расчет начальник пограничного управления полковник Вадим Синицын. На площади павших борцов знамя 20-й гвардейской мотострелковой прикарпатской берлинской краснознаменной ордена Суворова дивизии. Знаменную группу возглавляет гвардии подполковник Алексей Зверин. Торжественным маршем проходит парад расчет военнослужащих 255-го мотострелкового Волгоградско-Корсунского краснознаменного полка имени Шумилова. Парад расчет возглавляет командир роты, кавалер ордена мужества, гвардии капитан Владимир Кудасов. Парадом в строю проходит парад расчет 33-го Берлинского донского казачьего мотострелкового полка. Возглавляет парад расчет командир взвода лейтенант Сергей Аркадьев. Парадное шествие продолжают военнослужащие 37-й отдельной железнодорожной бригады. Парадный расчет возглавляет командир батальона подполковник Алексей Братухин. Более 50 лет личный состав бригады верно служит Отечеству. На площади личный состав 28-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты. Парадный расчет возглавляет командир батальона подполковник Сергей Крицков. Парадом в строю подразделение 40-й гвардейской краснознаменной ракетной бригады. Парадный расчет возглавляет начальник службы радиационной, химической и биологической защиты бригады гвардии майор Павел Зинуев. Торжественным маршем по площади павших борцов проходит личный состав 39-го полка радиационной, химической и биологической защиты. Парад расчет возглавляет заместитель командира полка подполковник Владимир Лунгер. Продолжает парад нашествия военнослужащие 33-го отряда Красной Звезды Александра Невского, Кутузова третьей степени, инженерно-саперного полка. Во главе парадного расчета заместитель командира полка подполковник Константин Макаров. На площади павших борцов военнослужащие женщины 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Парадный расчет возглавляет помощник начальника службы радиационной, химической и биологической защиты дивизии гвардии капитан Алена Ильинова. На площадь выходит чеканя шаг воины в храповых беретах. Военнослужащие 22-й отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет командир бригады кавалер ордена мужества генерал-майор Юрий Лукачев.
46-е парадные расчеты офицеров Главного управления МЧС России по Волгоградской области. Парадные расчеты возглавляет первый заместитель начальника Главного управления полковник Андрей Карасян. Женскую коробку возглавляет подполковник внутренней службы Марина Никоненко. На площади парадный расчет управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области. Парадный расчет возглавляет кавалер Ордена Мужества, полковник внутренней службы Виктор Акула. Yeah.
директор корпуса майор юстиции Алексей Филиндович. Продолжает парад учащихся в одесских классах МЧС России, созданных по инициативе Главного управления МЧС России в Волгоградской области. Возглавляет парадные расчеты полковник Олег Гаврилов. Женский расчет возглавляет капитан внутренней службы Дарья Васильева. Парадный расчет Волгоградского техникума водного транспорта имени адмирала флота Николая Сергеева. Техникум является единственным учебным заведением Волгоградской области, которое обучает профессиям русской направленности. Во главе расчета майор запаса Андрей Малумин. Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности». Парадный расчет возглавляет Дмитрий Шунин. Продолжают движение воспитанники Кадетской школы имени Героя Российской Федерации Сергея Солнечникова. Возглавляет парадный расчет директор кадетской школы, заместитель директора подполковник запаса Александр Витальев. Впервые в парадном строю учащиеся авиационных кадетских классов средней школы номер 6 Центрального района Волгограда. Дополнительно обучающиеся в центре Качине имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Владимира Шаталова. История центра идет от Волгоградской школы юных космонавтов-качинцев, созданной на базе Качинского высшего военного авиационного училища летчиков. Парадный расчет возглавляет директор центра Качинец, выпускник Качинского училища Виталий Сахаров. Площади павших борцов, учащиеся в кадетских классах, созданы по инициативе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Парадный расчет возглавляет капитан полиции Дмитрий Подкрутин. Прохождение парадных расчетов завершает парадный расчет девушек кадетских классов Министерства внутренних дел Российской Федерации. Во главе расчета лейтенант юстиции Наталья Каскова. Сегодня в образовательных учреждениях города Волгограда и области обучаются более 4000 кадетов. Thank you.
На площади после дворцов один из символов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Лучший танк Второй мировой войны, легендарный Т-34. В 1942 году каждый второй танк, воевавший на фронтах страны, схватил с конвейера Сталинградского тракторного завода. Командир танка гвардии лейтенант Раф Сидан. Механик водитель гвардии танка Василий Чепелин. Впервые в параде принимает участие восстановленная историческая техника государственного автономного учреждения дополнительного образования Волгоградской области спортивной школы «Юный Ястреб» имени Героя Советского Союза Александра Чеслова. Также традиционно свою технику демонстрируют региональные общественные организации «Моторы Сталинграда» и «Сталинград Армия Дон». По площади проезжают тяжелые мотоциклы М-72. Мотоциклы выпускались крупной серии с 1941 по 1960 годы. На площади бывших борцов армейский автомобиль повышенной проходимости «Вирис». Машина имеет рамную конструкцию с открытым легким кузовом. Продолжает движение советский военный полноприводный легковой автомобиль ГАЗ-67, поступивший в войска с 1943 года. Автомобиль использовался в штабных и разведывательных целях, а также как легкий артиллерийский тягач. Легковой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-79 в боевом строю заменил автомобиль ГАЗ-67. Производился в период с 1953 до 1972 года. Пожарная машина ПМЗ-2 на шасси ЗИС-5 выпускалась более 20 лет и являлась главным помощником пожарных в довоенной, военные и послевоенные периоды Советского Союза. Воплощенная пожарная автоцистерна АСУ-20 на шасси автомобиля ГАЗ-51А. ДТР-82А, российский бронетранспортер, лучший в своем классе. Вооружение предоставлено скорострельной 30-мм пушкой 2А-72, спариваемую с пулеметом ТКП. Мимо трибун проходит боевая машина «Тигроны» третьего поколения «АСТ-3». Машина предназначена для повышения мобильности и защищенности личного состава мотострелковых подразделений, ведущих боевые действия. Ее отличает более мощное вооружение – 30-мм и 100-мм пушки. Последняя способна стрелять управляемыми ракетами, а также три пулемета и комплекс активной защиты «Арена». Продолжает движение автомобиль УАЗ «Патриот». «Патриоты» с 2015 года заменили в войсках старую модель Ульяновского автомобильного завода УАЗ-23562, который около 4 десятков лет белой и правдой служил на благо Родины. Впервые в парадном строю образцы защитного специального транспортного средства военной полиции «Айспейс» на базе автомобиля «КамАЗ». Бронеавтомобиль предназначен для перевозки личного состава в районах боевых действий и специальных операций. На площади павших борцов автомобилей «КамАЗ», буксирующий пушку «Гаубицу Д-20». «Д-20» — это одна из первых советских арт-систем, способных вести огонь как обыкновенными, так и тактическими ядерными боезапасами. «Гаубицам 100Б», предназначенная для уничтожения тактических средств ядерного нападения, артиллерийских и минометных батарей, танков и других бронированных средств разрушения полевых фортификационных сооружений и пунктов управления противника, активно принимается в зоне специальной военной операции.
звуки легендарного марша прощания славянки совершает прохождение парадных расчетов сводный военный оркестр Волгоградского гарнизона под руководством начальника оркестра гвардии майора Анатолия Никитчина. Ни одно торжественное, праздничное и официальное мероприятие в городе героя Волгограде не обходится без военных музыкантов. В их составе лауреаты и дипломанты различных конкурсов. Они неоднократно выезжали в районы боевых действий, где в непосредственной близости от передовой давали концерты нашим ребятам, поднимая их боевой дух.